Всех приветствую, я Мурат Курбанов, я являюсь бойцом ММА. Я являюсь победителем Кубка мира по боевому самбо, также чемпионом Дагестана по тайскому боксу, чемпионом международных турниров по боевому самбо и чемпионом Москвы по сауату. Я родился в Республике Дагестан, Кайкенский район, селения Герга. Учился там с 4 класса, до 4 я был в Забайкальском крае. Город Краснокаменск. И в спорт я пришел именно в своем селе Герга в 4 классе. Иногда приходилось драться там с этими с хулиганами, которые хотели деньги отобрать. А в минус 30 это не очень удобное дело. Когда уже я закончил школу и перешел в университет, в городе Махачкала я уже начал ходить к Аслану Гашимову. Также его брат, прославленный боец Азамат Гашимов, который дрался в UFC. Также в моем тренировочном процессе присутствовал Абубакр Галимов, который помогал мне во всем. Я тренировался в нескольких топовых клубах Москвы, такие как Golden Team, ATT, также Evil Gym. На данный момент я очень голоден, хочу добиться более высоких результатов и также пробиться в лучшие лиги ММА мира. Занимайтесь спортом, будьте сильными.